Ну вот сейчас будем делать окрошечку. Пашка, картошки начистим. Только под руку не лезь. Ой-ой-ой-ой, не лезь. Шинкуй, да и все. Только без пальцев. Без пальцев? Или без ногтей? И без ногтей, и без пальцев. А то ты можешь и того, и другого нашинковать. Угу. Вместе с картошкой. Нашинковать тебе и другую. Картошки-то 3 штучки сварила. Да, зато каких? Каких, а там меньше нету. Или что мне надо было, поубить? Что ли? Тут надо еще разобраться, ты что за фрукт? Из семейства капустных. Чего? Чё она, как она фрукт тебе сказала? Фрукт. Сказала. Какой он там? Махайя. Ну, что-то такое. А как она сказала тебе? Китайский или какой он там? Чем? Фрукт какой-то, но китайский. Покрошу. Сейчас огурец докрошу. И там его укроп. Огурцы вроде прям пахнет так. Огурчиком. Не травой? Да нет. Нормально. Ну ладно. Будем надеяться. Все, сегодня окрошки, объедимся. Че ты говоришь? Ну, зелени не маловато будет? Да нет, ну нормально, мне кажется, хватает. Ну все тогда, что, окрошка готова. Попозже маленько салатик крабовый еще сделаю. Так что приезжайте в гости, мы поляну организуем. Бутылку поставим, мы посидим, будем и за жизнь поговорим, чики-пики.